Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы снова на, я надеюсь, любимом канале «Алекс». И снова с нами передача «Экспонат». Снова с вами я, Александр Бобров, хранитель вот этой коллекции потрясающей, которую вы видите у меня за спиной, принадлежащей президенту акционерного общества «Моторсиф» Вячеславу Александровичу Богуслаеву, большому любителю, большому знатоку охотничьего оружия. Сегодня наша тема – это оружие Франции. Это отдельная тема, очень интересная страна, выдающиеся мастера, выдающиеся изобретатели, которые сделали для развития огнестрельного оружия в мире очень много. Началось все производство охотничьего оружия во Франции, когда еще Франция называлась Галлией. В 1610 году была организована первая гильдия так называемых оружейников-аркебузьеров. От слова «аркебуза» – это дульнозарядное фитильное ружье, имеющее достаточно большую длину, 2,5-3,5 килограмма весом, заряжающееся достаточно серьезной пулей, 15-17 миллиметров эта пуля имела в диаметре, был большой, достаточно большой пороховой заряд, ровно в половину веса этой пули. Такие оружия стреляли до 100 метров, и хорошо подготовленный аркебузьер мог попасть в мишень размером 60 на 60 сантиметров, а такие же ружья в расстоянии в 30 метров пробивали кирасу всадника или кирасу пехотинца на расстоянии в 30 метров, причем толщина этой кирасы доходила до 2 миллиметров. В 1610 году французский оружейник Ле Бружа изобрел великолепное ружье с совершенно новым замком, который пришел на смену колесовому замку. Это был так называемый ударно-кремниевый замок. И ружья такой конструкции производились до середины 19 века. Это был очень большой срок. После чего, можно сказать, что изобретения посыпались один за одним. В 1738 году один из известных оружейников, Леклер некто, изобрел двуствольное оружие с горизонтальным расположением стволом. Собственно говоря, вот все ружья, представленные здесь, это прародители, это поздние внуки, сыновья того легендарного оружия, где стволы располагались вот таким вот образом, два рядом по горизонтали. Чуть позже были более серьезные, более интересные изобретения. Александр Форсайт, пастор из Шотландии, человек, который занимался и изучением свойств гремучей смеси, очень много работал над этим. И французский изобретатель Прила на базе этих исследований предложил изготавливать маленькие медные колпачки из тонкого листка меди, которые в последующем получили название капсюля. И вот в этот маленький колпачок как раз и помещалась ударная смесь или ударный состав при ударе, а который возникал искра, и через особое приспособление, через бронетрубку, искра попадала непосредственно к основному пороховому заряду, который находился в стволе, что приводило, в свою очередь, к выстрелу и выбросу патрона, вернее, выбросу пули или дроби. Среди производителей мастеров было очень много мастеров, как они себя называли, я об этом говорил выше, так называемые аркебузиров, которые делали аркебузы, и в последующем это название перешло к мастерам, они таки подписывали свое оружие. У нас есть несколько оружий, я вам обязательно их покажу, этих мастеров. Но на первый взгляд все эти ружья совершенно одинаковые. И основная болезнь всех ружей, о которых я сейчас буду говорить, это то, что в момент, когда заряжается ружье, ствол должен быть преломлен для того, чтобы извлечь гильзы, которые уже не нужны, вставить очередные, то есть зарядить ружье, закрыть ружье и быть готовым к выстрелу. В момент выстрела происходит очень большое давление на зеркало колодки, на подствольные крюки, на все шарниры, которые находятся внутри ружья, что приводило и продолжает приводить к так называемому шату. И есть старое ружье, которое, если держишь в руках и делаешь такое движение, слышно и чувствуется, как части ружья, отдельно ствол, отдельно цевье, между собой играет. То есть появляются определенные зазоры. Это болезнь очень многих охотничьих ружей, и на протяжении последних более 100 лет очень многие мастера
пытались от этой системы уйти, от системы преломления оружия. Было очень много различных предложено систем качающихся, опускающихся затворов. Но лучше всего с этой ситуацией справился, я об этом говорил, абсолютно... Это был прорыв, это был гениальный ход очень известного мастера Реже Дарна. С чего начал Реже Дарн? Это первый мастер, который не позволил ружьям расшатываться, то есть он создал так называемое вечное ружье. У него есть 6 моделей, самая ранняя из моделей с аббревиатурой С. Нам не просто повезло, мы счастливы тем, что у нас есть ружье, представляющее именно вот эту градацию. Это так называемое ружье модели С4. Первое ружье Дарна, в котором он использовал поворачивающийся затвор, где находится весь ударно-пусковой механизм. То есть для заряжания ружья нужно было открыть этот верхний рычаг запирания, повернуть колодку на 90 градусов вправо, извлечь патроны, поставить следующее, закрыть колодку и его закрыть снова. Предшественником этой модели является точно такая же модель, только вот здесь находятся два курка. Это очень редкая модель, к сожалению, мы ей не располагаем, но я уже говорил неоднократно, что мы та коллекция, которая развивается, мы готовы к сотрудничеству, и если будут предложения, то мы обязательно их рассмотрим, потому что это действительно очень редкая модель. Это модель образца 1908 года, редчайший экземпляр. Один из самых редких экземпляров, за который нам не просто не стыдно, которым мы гордимся. Модель Галифакс отличалась от модели С тем, что с помощью вот этих вот боковых упоров и рычага вот эта каретка, ее называют по-разному, затвор, затворная коробка, каретка, просто отходила назад на 8 сантиметров для того, чтобы можно было освободить патроник и извлечь стреляные гильзы. Галифакс – это одна из самых простых, так называемых, бюджетных моделей. Их было всего три. Галифакс третий номер, Галифакс четвертый, Галифакс пятый. Для заряжания ружья надо было колодку подать в переднее положение, закрыть этот рычаг, и ружье было готово к выстрелу. Причем как раз вот в этом варианте нет в момент выстрела узлов на ружье, которые смогли бы расшатываться. Вот это и есть смысл того, что ружье это оказалось вечным. Оно не подвержено никаким воздействиям механическим, на которые очень сильно, влияет на ружье других конструкций. Справа это ружье оборудовано обыкновенным, очень простым рычажным предохранителем, который поворачивается практически по 180 градусов. Это, повторяю, бюджетное ружье, которое могли себе позволить небогатые люди. Модель R отличалась от предыдущей модели наличием небольшой гравировки на стволах, гравировки на колодке, на затворе непосредственно. Принцип абсолютно такой же. Вот точно так же отодвигается затвор назад для освобождения патроника, для снаряжения затвор назад. Но были небольшие изменения, в частности, вот в этом рычаге. Тут уже появился такой продольный пропил для того, чтобы можно было еще более сильно прижать колодку в переднее положение. Это модель с номером P18. Пожалуй, это самая интересная модель у Реже Дарна. Во-первых, здесь великолепный орех, очень тонкая шейка, великолепная гравировка в английском стиле, букетная колодка. Отодвигается назад только одним движением, не двумя, как в предыдущих моделях, одним движением руки, и одним же движением руки закрывается. Плюс появился предохранитель в виде кнопки шибера, который находится не на движущейся каретке, а непосредственно на столе, на опоре. Великолепное ружье, в прекрасном состоянии, очень хорошо сохранившееся. Хотя в этом ружье тоже много интересных моментов. Это ружье активно в свое время стрелялось. По стволам видно, что в нем достаточно большой настрел. Но модели П было всего две. Модель П-17 и П-18. Вот как раз мы гордимся тем, что у нас есть представитель этой серии, серии П. Вот это модель П, одна из самых редких моделей.
тоже затвор отодвигается одним движением руки, точно таким же движением руки он подается вперед для плотного закрытия. Также на 8 сантиметров отходит колодка назад для освобождения, для экстракции гильзы. Ружье тоже сохранилось в очень хорошем состоянии, у него очень небольшой номер. Ружье явно было сделано на заказ. И вот как раз на этом ружье очень хорошо видна муфта, в которой были впаяны два ствола. Вот она видна даже по своему диаметру. Вот эта муфта, которую в свое время придумал Анри Пипер. И я говорил в одной из передач, когда мы говорили о Бельгии, о том, что Рене Дарн использовал вот этот механизм, когда две муфты делались на станке, и потом горячим прессованием впаивались два вот этих вот ствола. Как раз вот на этом ружье и есть подтверждение моего рассказа о бельгийцах. Совсем недавно коллектив музея выпустил очередную нашу статью, которая как раз и посвящена оружиям, о которых я коротко говорил. И вот на обложке этого журнала мы видим вот это легендарное ружье. И в описании этой статьи находятся все ружья, которые я сегодня брал в руки. Статья получилась очень хорошая, очень информативная, большая. И желающие, кто заинтересовался этой темой, могут всегда найти этот журнал. Это наш украинский журнал, который выпускается в Киеве. Называется он «Оружие и охота». Следующим очень интересным и знаковым изобретением было изобретение так называемого унитарного патрона. В 1810 году Бонапарт объявил конкурс. Причем этот конкурс заканчивался большим денежным вознаграждением. Для того, чтобы оружейники и пытливые люди, связанные с производством оружия, произвели так называемый патрон, содержащий в себе все признаки унитарного патрона. Чтобы была гильза, чтобы был пороховой заряд, чтобы был капсюль. И в 1812 году был запатентован такой патрон, металлическая гильза, Йоганом Самуэлем Паули. И очень известным оружейником. Гильза была полностью металлическая. Ну а дальше патенты следовали один за другим. Французский поляк Казимир Лефаше предложил вот такой вот патрон шпилечный, где курок необычайно изогнутой формы бил вот по вот этой шпильке. Шпилька опускалась на 5 мм внутрь патрона и разбивала капсюль, о котором я выше говорил, находящийся внутри, что производило к взрыву порохового заряда и, соответственно, с выбрасыванием гильзы. Я в руках, кстати, держу современную гильзу итальянского производства, что говорит о том, что на руках у людей за границей, в Италии, во Франции, в Англии есть эти ружья системы Лефаше под патрон Казимира Лефаше. И люди настолько довольны качеством этих ружей, что спустя 100, 120, 130 лет не собираются расставаться с ружьями, которые заряжаются вот таким вот патроном. И еще несколько изобретений, о которых хотелось бы сказать. В 1880 году братья Клер придумали ружье, которое использовало энергию отдачи и затвора. Это было первое автоматическое ружье. В 1885 году инженер Вьё предложил свой порох, так называемый бездымный порох, который был в три раза мощнее, чем все пороха черные до этого момента. Это был прорыв, потому что пороха нужно было меньше, вот, а энергия была очень большая. Следующий мастер, с которым я хочу вас познакомить, пожалуй, самый редкий в нашей коллекции из французских ружей, это малоизвестный мастер Фейо из Гренобля. Это в прекрасном состоянии двухствольное шомпольное ружье. Вот крупным планом можно увидеть шомпол. Ружье с большой широкой колодкой, с очень красивым прикладом. На прикладе великолепного камлевого ореха еще сохранилась с тех времен кожаная подушка. Видимо, хозяин, для которого делалась эта подушка, очень плотно прикладывал ружье к шее в момент выстрела, к щеке, для того, чтобы не травмировать себя. Ружье очень хорошо
сохранилась, несмотря на его преклонный возраст. Здесь очень много красивых гравировок по дереву. И истинным украшением ружья являются медальоны, которых здесь, я бы сказал, даже в избытке. Первый большой медальон с изображением птицы находится в основании, куда вставляется шомпол. Чуть ниже мы видим красивую деревянную резьбу по дереву, по ложе. Дальше кубок, на котором были когда-то выгравированы инициалы владельца. И истинным украшением является фигурка, выполненная из серебра. Это прыгающий волк. И он соединяет с собой основную часть пусковой скобы, и волк переходит на основную часть пусковой скобы для того, чтобы не травмировать пальцем в момент выстрелов. Редчайшее ружье в идеальном состоянии, но ценность этого ружья еще и заключается в том, что это ружье имеет совершенно нетипичный элемент, который есть на охотничьих ружьях. Это вот этот маленький штык. Видимо, ружье предназначалось в свое время для того, чтобы ранив дичь, можно было ее добить. Но это не боевое ружье, это охотничье ружье. Может быть, это было, может быть, это был заказ владельца этого ружья. Оно было, вот эта часть ружья была в очень плохом состоянии. Нам удалось его отреставрировать, снова отхромировать, и оно сейчас стало истинным украшением, в этот штык этого ружья. Заканчивая сегодняшнюю тему разговора о Франции, хочу сказать следующее. Французы очень сильно сдали свои позиции в 19 столетии и, образно говоря, пропустили вперед такие фирмы, как Англия, Германия и другие страны. Сейчас немного фирм современных, которые работают над изготовлением французских ружей. Но самое интересное, что в своем рассказе о Дарне я был неполным. Эта фирма до сих пор работает, они выпускают сейчас несколько моделей, все работает только под заказ. Это одна из тех фирм, где руководят фирмами члены семьи в четвертом и в пятом поколении. Конечно, очень жаль, что французские ружья утратили свою позицию, но, тем не менее, вся их продукция отличается очень высоким качеством, не самыми высокими ценами, что позволяет им быть конкурентоспособными на современном европейском рынке охотничьего оружия.